заливая тоской. Вчера тела рановато, есть у нас еще дома дела. Может быть, отдельным штатским лицам народу, как унести печаль свою, пошел солдат. Ветераны, просим вас занять места, после чего мы начнем наш праздник. Сажайтесь. 69-й годовщины со дня победы в Великой Отечественной войне. Мы открываем фотовыставку «Кадры войны», которая была подготовлена и организована студентами, которые проживают на территории деревни Универсиады не только со всего Татарстана, а также регионов, субъектов республики, а также из-за границы. Уважаемые ветераны, уважаемые гости, уважаемые жители деревни Универсиады, так уж повелось, что с самого первого дня открытия деревни Универсиады, вот уже четвертый год, все самые лучшие традиции, которые нам передает наше предыдущее поколение, мы стараемся сохранять, поддерживать. И, конечно же, для нас очень дорог ваш подвиг, который вы совершили. И День Великой Победы мы чтим и отмечаем ежегодно. И в этом году было принято решение, что в деревне Универсиады будет готовиться специальная фотовыставка, фонд которой формируется из работ и архивов наших студентов, из их семейных архивов. Как вы уже слышали, причем не только из Казани, Республики Татарстан, но и с России, из-за рубежа. Мы вас поздравляем в первую очередь с этой большой победой, с этим великим днем. И предлагаем вместе с нами открыть эту выставку. Не знаю, с чего и начать тогда. Хорошо. Я прошлый год у вас здесь был в гостях. Перед открытием Универсиады. Вот. Ну, мы пожелали вам хорошо провести ее, эту Универсиаду, и вы наше, как говорится, доверие оправдали. Я слежу и по телевизору смотрю, и в печати. Очень хорошо отзываются все товарищи, в особенности вот зарубежные товарищи, вот, и наши. Российские друзья и товарищи тоже вот, удивляются просто, вот, как же так вот Татария хорошо, без единого замечания провела Универсиаду, и все у них получилось. И многие предлагают, что впредь мероприятия, какие планируются в крупно таком масштабе, надо вот в Татарию сюда. Вот. Проводить Татарии. Люди гостеприимные, хорошо встречаются. Вот в этом мне все понравилось. Ну, я сам следил только за Универсиады, откуда Универсиады, все отлично, нормально. И наши спортсмены тут хорошо выступили, особенно все российские все спортсмены выступили. Вот. Ну, я многим товарищам говорил, что директор деревни Универсиады очень мне понравился с первого, как говорится, взгляда самого, молодец. Вот, конечно, ему пришлось очень много поработать, трудно было, но молодец, он такой же красавец. Это общая работа, наша общая работа. Спасибо. Ну а мы, конечно же, поддержим и примем участие в этом процессе своими аплодисментами, уважаемые студенты. Thank you.
Вот здесь уже чьи-то. Сойдутся вновь, друзья, подолжим. Находится целая история, неповторимая и уникальная. Экипировка немецкая. Сейчас вам объяснят и помогут. Потом будет здесь на выставке. Все, это послание в экспозицию нашей сегодняшней фотовыставки. Вот так вот, чтобы знали, что такое война. Ребят, проходите, присаживайтесь. Да, приходите, ребят, присаживайтесь. Снова. Давайте. Построить такое государство. Давайте, чай принесли. У нас все здесь живут школьники.